Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет на старте домашнего чемпионата мира едва не упустила победу в игре с Колумбией. На последних секундах южноамериканки сравняли счет 67-67, но в овертайме родные стены хозяйкам помогли. Итог – Виктория 79-75. К слову, несмотря на выступление в группе, все четыре команды будут играть в плей-офф. Также в нашем квартете японки и француженки. От позиции будет зависеть только соперник в 1/8 финала турнира. На самом деле это праздник для всей баскетбольной нашей общественности. Это большой шанс нашим девчонкам, причем всех возрастов, увидеть баскетбол классный, мировой, увидеть, к чему надо тянуться и за какими звездами идти. Я очень надеюсь, что на этих играх засверкают и наши звезды, а не только звезды зарубежные. И вообще я очень рад, что Минск все чаще и чаще становится столицей вот таких прекрасных международных соревнований. Очень здорово. Уже сегодня наша команда проведет второй матч группового этапа в соперниках сборной Японии. Эту встречу также в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь-5». Начало в 20:30 в столичном дворце спорта. Заключительный матч перед плей-офф белорусские проведут 24 июля против француженок.